Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Мытье лап после прогулки – такой же важный процесс, как кормление или расчесывание питомца. Но как делать это правильно? В этом выпуске мы расскажем вам, как правильно мыть лапы собаки после прогулки. В прогулке питомец приносит домой грязь, реагенты и другие химические вещества. Если не помыть лапы животного, собака, вылизываясь, может случайно съесть все, что осталось на лапах, а это может, в свою очередь, привести к отравлению. Кроме этого, питомец на прогулке может травмировать подушечки лап, а регулярное мытье позволяет вовремя заметить эти проблемы. Как же правильно мыть лапы собаки после прогулки? Давайте разбираться. Подготовьте все необходимое для мытья лап. Вам понадобится губка или тряпка и шампунь. Мыть питомца можно как в тазике, так и в ванной. Если вы моете животное в ванной, используйте специальный противоскользящий коврик. Осмотрите лапы собаки на предмет повреждений. Это необходимо делать после каждой прогулки, так как животное может пораниться или подцепить занозу на улице. Если вы обнаружили инородное тело в лапе у питомца, удалите его с помощью пинцета. Прежде чем начинать мыть лапы питомцу, проверьте температуру воды. Она ни в коем случае не должна быть слишком горячей или слишком холодной. Дело в том, что резкий перепад температур негативно сказывается на состоянии животного. Поэтому лучше мыть лапы питомцу прохладной или теплой водой. Следите, чтобы лающему другу была комфортна температура воды. Так собаке будет проще перенести процесс мытья. Помойте лапы собаки. Сначала нужно помыть передние лапы, обтереть запачканный живот. После можно приступить к задним лапам. После мытья высушите лапы питомца. Используйте для этого полотенца. Они отлично впитывают воду, и ваш питомец не оставит мокрых следов в доме. При этом помните, что полотенца, которыми вы вытираете лапы собаки, нужно регулярно стирать. Также после купания не забудьте похвалить вашу собаку, погладьте ее, угостите лакомством. Таким образом, у животного закрепится приятная ассоциация с процедурой мытья лап. Теперь вы знаете, как правильно мыть лапы собаки после прогулки. Следуйте нашей инструкции, тогда мытье лап будет доставлять вашему питомцу только радость. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!